Рада всех приветствовать на своем канале. Я Катерина Воронцова, и это видео я снимаю для тех, кто выполнил в периоде больше 100 баллов личным объемом. То есть, если хотя бы раз вы выполнили ЛО, да, в отчетах обозначается больше 100 баллов, вы получаете право на VIP-привилегии. Их много, это тема для отдельного видео. Также вы можете почитать про VIP-программу внизу в разделе «Партнерство». Партнерство, VIP-программа. Здесь о ней подробнее написано. Но сегодня мы поговорим о таком важном преимуществе VIP-консультанта, как возможность получать новые контакты заинтересованных покупателей, клиентов. Очень просто, нужно всего лишь пройти небольшую процедуру после того, как вы выполнили 100 баллов, и получать новые контакты от компании, причем подписывает их вам компания в структуру сама. Ваша задача просто связаться с новичком и объяснить ему, как пользоваться личным кабинетом Faberlic. Если вы сами не хотите это делать, вы можете связаться со своим наставником или наставником наставника, в общем, с тем человеком, который будет работать с вашим консультантом. Вы никогда не знаете, пригодится вам это или нет, но вдруг пригодится. Поэтому, если у вас есть такая уникальная возможность получать контакты, лучше воспользуйтесь ею. Итак, что необходимо сделать? Во-первых, стать VIP-консультантом, выполнить в одном из периодов хотя бы, да, в одном. Достаточно одного, один раз выполнить совокупно 100 баллов для того, чтобы уже со следующего периода получить первых контакты. Второй шаг – это пройти небольшую процедуру в личном кабинете. Как это сделать, я тоже объясню. Как распределяются контакты? Они распределяются по региональному принципу, то есть либо вы там, где вы проживаете, либо там, где обслуживаетесь в каком-либо пункте выдачи, где вы получаете заказы, то есть либо тот принцип, вы его сами выберете, как тоже покажу. Вы получаете контакты в порядке очереди, тот, кто, у кого больше VIP-стаж, то есть кто дольше делает 100 баллов, тот получает в первую очередь VIP-контакты, и, соответственно, тот, кто сделал только первый раз, возможно, что уже в первый раз он получит контакты, но ближе к концу каталога. Если вы делаете заказы лично 100 баллов и более, то чем больше ваш личный оборот, тем приоритетность получения контакта у вас выше. То есть я, например, когда делаю 200 баллов лично, мне присылают даже 2 контакта. Вот таким образом. Так, что нужно сделать? После того, как вы выполнили 100 баллов, вы заходите в личный кабинет, нажимаете в верхнем правом углу, либо нажимаете на значок серого человечка, обязательно серого, потому что вы должны быть авторизованы в системе, и дальше нажимаете «Личные данные». Здесь в разделе «Настройки», то есть выбираем «Настройки», вам необходимо поставить всего лишь две галочки. Первая галочка – «Я хочу получать контакты потенциальных консультантов», по умолчанию эта галочка отсутствует. И второе – «Я хочу получать контакты потенциальных консультантов» и по какому принципу? По принципу, где вы проживаете, либо по принципу, где вы обслуживаетесь. Если эти совпадают у вас, то в принципе никакой разницы нет. То есть если вы проживаете в том же городе, где и обслуживаетесь, то можно нажать и туда, неважно. Дальше вы обязательно нажимаете кнопочку «Сохранить» после того, как нажали и выбрали две галочки. Все, вы можете уже в следующем периоде после выполнения 100 баллов ожидать пополнения своей структуры. Повторюсь, если вы сами не умеете, пока вам сложно работать с новичками, вы можете обратиться к своему наставнику, он вам поможет работать с новичками, либо примет эту обязанность на себя, если пока для вас работа с компанией не актуальна. Еще раз повторюсь, что вы никогда не знаете, пригодится вам это или нет, от такой уникальной возможности отказываться не надо. Так, пожалуй, все. Я просто еще покажу, где вы можете просматривать контакты людей, которые к вам приходят. Здесь внизу, в разделе «Моя структура», вы увидите все типы заявок, которые вам приходят. Здесь могут быть и заявки на заказы, здесь могут быть и заявки на регистрацию. То есть кто-то зарегистрировался, кто-то просто подал заявку.
Также информация вам будет приходить на ваше приложение, если оно у вас установлено в телефоне, либо в личном кабинете в разделе «Сообщения». Вот, пожалуй, все. Если у вас есть вопросы, вы можете мне задавать их в комментариях. Я постараюсь вам помочь. Всем до новых встреч. Пока!